Так, ну что, всем привет, дорогие друзья, на канале Stream Time. Продолжаем проходить Undecember, уже парт какой-то там непонятный. И, в общем, двигаемся по направлению к конечному акту, который, по-моему, 10-й. Но мы это проверим, вдруг с обновлениями еще что-то добавят, не знаю. Вот, пока в 5-м акте осталось буквально понты, но эти понты очень-очень долго проходятся. Вот, поэтому попробуем сегодня пройти побольше, чтобы потом пройти поменьше, вот, потому что все вряд ли получится. Либо будет дольше, а вот сплей, а это не прикольно. Вот. Привет, Навин. Приветствую, дорогие друзья. Да, начнем уже все-таки допроходить первый акт, или как его там. Сейчас скажу более точнее. Первый эпизод будем уже заканчивать. Погнали в равнину. И да, я по Себасту. Так. Ну. Воу. Они сами напали, они виноваты. Ой, тебя уже сходу хотят? Желтенький. У, редкая сразу, давай. В прошлый раз-то опять я победил, да? По этим. Вот ты собрал куриц. У меня два мифа выпало. Мифик не считается. Ну, я имею в виду, считается как золото. Блин, нифига по 13к? А что происходит? А почему под... По 10, короче, кан наваливаю. Да, мощный стал, да? Да, и не только ты. Надо было сразу все нормально делать. Ой, я замерз! Отпусти! Да, 51-й, наконец-то! Наконец-то, сука. Я так понимаю, что мне надо вперед прокачиваться, да? Ну я ж тебе говорил, там на чуть-чуть больше. На 20%. А сколько у тебя сейчас? 59. А, ну нормально тут. У меня просто уже 1% до следующего левела пошел. Внизу. Дает твои куропатки. Так, на самом деле я вот все-таки хочу обратно вернуть либо топор, либо что-нибудь еще такое подобное. О, мабафуга. Обувь мага. Мабафуга? Там внизу, кстати, сундук. Вот как ты просмотрел просто. А у меня что, автотак какая-то стоит? Что у меня самое такое? Да просто на них тыкают. А, там я кого-то не убил. Ну, у меня просто вот я тоже на карту залетел, я не, на них не тыкал, а у меня он сам такой, давай электричество фигачит мне. Типа правый. У тебя, видимо, этот. Да, автобой, смотри. Да, смотри, смотри. Я вообще. Да ладно! У автобой есть? Серьезно? А, да. Почему я узнаю это на 50-м левеле, блядь? Не, так я на мышку обычно жал, чтобы он атаковал. Так а сейчас я могу вообще ничего не делать просто. Подошел, он сам разберется, блядь. Ну ладно, разберусь. Но ты, я... Да, хорош, серьезно. Я мышкой тыкал зря просто все это время. Целых 51 левел назад я просто... Понял, как играть. Но начал играть только сейчас. Надо. Так, а что мы куда? Наверх нам, да, куда? Наверх. Нам, потому что надо уже уходить в локацию. Жди меня. Ходить. Так, у меня, кстати, выпали золотые тапки. Мне вообще ничего не выпало. Да, выпал, а ты куда? Ну, наверх. Так, ой, дрова. Я увидел разборки, не мог не согласиться. Он золотой этот есть. Мой. Боже. Поздно, его уже тут нет. 14 урона. Неплохо. Ёп. Что там, цыплята? А ну пошли отсюда. Они в обход хотели пойти, серьезно. Не цыплята, просто у меня телепорта, оказывается, нету. Да как ты нет? Куда ты удевалась-то? На контрол? На контрол нажми, конечно. Нажми на контрол на своей мобиле, чтобы это самое, чтобы переключить там магию. Оба, желтый. О, попадут.
14к, короче, неплохо, да, уже, да. Мне нравится потихоньку, полегоньку. Это, кстати, еще не прокачал 50-й. Ну, в смысле, после 50 получения уровня, короче, не прокачал магию. Я так и понял, да. Просто у меня вообще нету ко мне стихии, чтобы что-то прокачать. Поэтому у меня прям и проблем толк. А ты качай то, что вставлено до высокого. Ну, вот это будет. Те же выпадают задания, там, с мобов, зерна вот эти. Да, но нету шанса выпадения. А, ты про шмотки. Это пофиг на шмотки. Я тебе говорю, у меня магия на фула, короче, вся. По левелу, по крайней мере. О, это собака. Чё? Я говорю, цыплят собака. Я ну про магию мне проебал, бля. Камни. Блин, да реально автобой всю игру был? Это прикол. Серьезно, я вообще не замечал такого. Так, ну вот мы в затерянном храме. Ты мог на самом деле изначально. Это в настройках, да, где-то делается? Нет, нет, нет. Это вот прям быстрые клавиши у тебя, и у меня прям отдельная кнопочка для этого имеется. Ну, не знаю, я просто вот мышкой подбежал, все, вот и все сам фигачу. Я типа даже на монстров не тыкаю, короче. Вон, автобой называется. Только он у меня по автомату почему ставит. Ну, типа, когда приближаешься к врагам, по крайней мере. А так удобно, можно... Можно уйти на перекур, он сам разберется просто, короче. Молодой сор задался, вот последний закрыл, и все. Вот, двуручный молот. Двуручный молот. Да зачем ты двуручный молот? Ни хрена не воин. Кто ты воин? Да ты не воин вообще. Я не дамаг. Я хз, какой-то. Нет такой профессии, уволен. Да я говорю, сделал бы мага-лучника, типа, ну тебе ловкость тогда надо будет качать. Все, у меня вот, типа, вроде все вровень, типа, по 90. Но при этом там что-то я больше стараюсь сначала увеличивать, типа, силу. Потому что я все по факту воин, но все-таки маг. Есть в душе. Блять, почему посох вручный? А можно одноручный посох? Это жезл называется, блять. То, что одноручное. Жезл знаешь где? На трассе, блять. Вот чё? Тебе жезл. Вот понимаешь, вот тебе жезл. Вот тебе, понимаешь? Это стыкнул, блять. А вон медузины висят там за стеночкой. Вот. На боссах он тебе очень нравится. Если только он подо мной. Это прозвучало неаккуратно, блядь. Посох, блядь. Мастер посохов. Вот они. А чё, куда идём? Надо ещё налево сходить. Ой, направо. Ой, ёй. Да, при том при всем, что не двор. Мой жезл спасает твою жопу. Я вообще в него сейчас не заходил. Нет. Я понял, куда ты пошел. Мне надо дать тебе быстроты. А там быстрота что ли была? Да. А, ну ладно. Мой любимый. Ня-ня-ня-ня-ня, все. Следующий. Ня-ня-ня-ня-ня. 10к. Продано. Ой, какие тут люди в Голливуде. Типа нашел, да. Не базарь с ним. О, все, кончилось. Быстринг кончилось. Не, пойду еще внизу на центре посмотрю, что там. Это тоже моба есть. Я великий картограф, исследователь. Я чувствую тут неоткрытую зону, кто забрал кусочек карты. Ой! Ой! Ты что, сделал? Застрял, бля? Не совсем, я портал, блядь, открыл, который через 10 минут только активируется. В смысле? А. Откатится ты имеешь в виду? Да.
Ой, сколько толстяков. Это магазин три толстяка, здравствуйте. Это магазин на диване. Сегодня в рубрике толстячки по заниженной цене. Потом самооценка по заниженной цене. Возможно и так. Не, давай туда пока не пойдем. Сюда пойдем. У этих стрел прям, я не знаю, очень большая задержка по урону. Задержка по урону. Ну и как бы достигают цели и урон. Нет, они насквозь пролетают, а потом урон. Это как так-то? Не знаю. Это твой дачный интернет так тебе навязывает твое мнение. Ну, может быть, может быть. О, отлично. Да-да, серьезно, билд перебирать. Какой раз я уже это слышу, бля? Кто-то пошел. Ну... Ой, тут нет... Было бы желание, было бы время перепрыгнуть. У меня тут вечеринка, на которую тебя не позвали. Да, у меня такая же ситуация. Ну, там золотой у меня был. Ну, я золотого уже... Ой-ой-ой, что это? Кишки, а не рановато ли вам до магов-то идти? Истребитель живности. Я же говорил, что это живность. Это я называл... Ну, любая вообще живность, это живность. Собственно... О, жуки. И, собственно, вот это оказалось правдой. Темно-синее! Кто-то сказал, я люблю насилие. И это тоже. Ты знаешь, что такое безумие? Ты знаешь, что такое насилие, блядь? Корнеплоды. Опа. А, не так нельзя. О, так можно. Так. Все, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас подключил, подключил. Дядя, не надо. Понаставлял мне говно такое. А, обращайтесь. Лук. У меня очень хороший шанс выпадения предметов. Ну тебе ничего не падает, да? Да, но мне ничего не падает, бывает. Ребятки, не бейте. Это пошел туда. Почему наверх постоянно? Я вниз сначала иду. Знаю. Может, мне сверху нравится лучше быть. Я сделал вид, что этого не слышал. Пехотинцы Ульдена. Рыцарь пехотинцы. Ой, это магия. А, ты только до них дошел, что ли? Мысль, да, только я внизу, вот, как бы, у тебя карта. Я сверху, понимаешь? Мне, ну, мне нравится вижу, быть да. Сверху. Всё, я к тебе спускаюсь. Это за смерть. А, что? Там красный отрезался? Не понял. О, карта открылась. В смысле, отрезался? Ты его пизданул, что ли, блядь? Нет. Ну, что-то да, блин, ты мог. Я по этому месту проходил, я думал, что он отрезался. Да, потому что какой-то был с барьером. Вот я говорю, все пути ведут наверх, надо, кстати, открыть телепорт. Да, сейчас только красненького захерачим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, какие. Это он, что ли? Все? Ничего не выполнил. А где? Дальше. А, дальше. Вот тут, вот, смотри, тут связка, типа. Да, я... Не, так это... Грёбаный камень. Ой, так это камушек. Я тут такую кухню хорошо сказал, да? Спасибо.
другой лук. Сейчас, пара. Так. Портальчик открыть. И вниз. Пацаны. Ты что там стреляешь? Кого? И убил. Да, есть так. Ты тоже слышишь героическую музыку? Да. Я думал, это глюк. Нет, не глюк. А портал что, не открыл, что ли? Открыл. Ну, мне же надо только вступить. Не, против людей я хорошо работаю. Да ёпта, вон они сидят, демоны. О, сучкой забрал. Я уже думал, ты считаешь, что я сучкой? Куда пошел? Так. О, ко мне. Ты хочешь на квест пойти? Ну, да, куда? А доп у нас нет квестов? Дальше. Затерянный храм, первый этаж. Вот сейчас он и будет, наверное. Пипец, мы стреляли. Опа, стихенько. Там за стеной тоже есть, господа. Ладно, я туда тогда. Меня так прикалывает, как они отлетают от этих от моих кольев. Меня прикалывает, как они отлетают, когда впадают в бездну какую-нибудь там. О, Фавина, ёпта. Наверное, вам интересно, почему я вызвался пойти с вами. Священные регалии — это важно, но для меня не для меня важно отыскать короля Ульдена. Если ничего не делать, то отцу никто не поможет. Столько времени прошло, а я до сих пор не знаю, куда отправился отец. Я не оставляю надежды, ведь этот храм никогда не обследовали. Если что-то обнаружите, сообщите мне при первой возможности. А может, ты сам бы сходил, он ждал, смотри, он ждал, пока мы пройдем всю эту локацию, чтобы сходить в храм. И нам надо идти наверх, бля, вот это вот как всегда. Сходи в один конец, сходи в другой конец, что за пиздец. Только не на конец надо ходить. Шутки за 15. Дешевые типа шутки. Так. Ай, как далеко идти до него. Но зато расчистили. А мне зелье скорости. О, камни. Пока. Заебись, блядь. Собрал такой лут, блядь, съебался. Вот она поддержка. А я думаю, что ты съебываешься каждый раз, когда эта толпа приходит. Типа я ее гашу, ты такой в сторону убегаю, типа не помогает мне, потому что нет смысла уровень-то. В смысле, урон-то говно. Так что ли? Ну да. Шмот подсосать самое то. Да. По стеночке иди. А тут типа, опа, штучки. Ну-ка, а я телепортнусь туда. Это, конечно же, блин. Спасибо, разработ. Хорошая функция, что тебе не нравится? Функция говна. Мне не нравится то, что не могу перетелепортировать через нормальные объекты. Какую-то там картонную стенку как бы можно, а так нет. Вот, первый этаж. Арамчика.
Храмчик. О, вот и чел. А храм, где не ступала нога человека. Поразительная находка. Как же я рад, что смог добраться до сюда. Я ведь долгие годы занимался изучением Серпентс. Беллатус считается страной злого божества Серпентс. Вы же наверняка слышали об этом. Неужели древние построили этот храм, чтобы поклоняться ей? Мне не хватает материалов для исследования. Здесь наверняка что-то есть, я уверен. Но пока мне не удалось ничего найти. Если вы увидите что-то, что может представлять интерес для науки, принесите мне, прошу вас. Я готов отдать все, что у меня есть. Я продам это на черном рынке, продам. Зарубай, да. Да, есть немного. Переселя пропустил. По-моему, он просто бежал от них. Трафик. Там нельзя назвать битвой. Вот почему ты всегда таким защищаешь, когда вот я сражаюсь на передовой? Это не сражение, боец, что это такое? А потом ты приходишь, а я пасибаста даю, потому что спасибо. Я уже заканчиваю с ними. Воу-воу-воу-воу-воу, это было неожиданно, не трогай меня больше, а так. О, да, ты там меня трогаешь, да? Да, перестрелить хотят, помоги-ка, я сейчас умру, тихо. Слава богу. Лучники, суки. Камни выстрелили. Лучники, суки. О, перчатки мощи из плотной кожи. Да, иди в баню, где вообще ничего не падает. Зато шанс какой. Да, да, зато шанс какой. Мне кажется, хоть даже шанс выпадения 100 редкого предмета, я не выпаду. При этом два мечика. Слово совсем. При этом два мечика выдал. Да, всего-то два мечика. Ну, у меня один. О, гаси. Так. Да, хорош. Ты где там опять лазишь? Я опять весь низ зачистил. Да меня тут замораживают. Нарвался на камни. Так это босс был, что ли, мини? Ну ты офигел, что ли, блин. Там опять без меня что-то творишь. Да это ж не красный босс. Да откуда я знаю, меня ж там не было, блядь. Тебе не верю. Мне записи свои скидывать. Да. А ты где? Я почти сдох, но этого не произошло, потому что я молодец. Сущность такой, да. Ищи меня, я в лабиринте. О, это крупнокалиберное такое. Ой, кто такие ребята? О, летучие мышки. А как я тут проходил? Не заметил летучих мышей? Ну, странно, то, что ты их не заметил. Меч пса. А ты меч потерял. Какой меч? Меч пса. О, камни. Реально, молния намного лучше урон. Намного лучше урона, чем от яда. Ну, яд постепенно, электричество сразу. Дело воли. И не особо большой урон. Сущность магического зарождения. Ты просто еще не определился, кто ты, воин. Да, да. То ли. Ой, камни большие, ты где, блядь? Вот это опять на всю гандошу тут. Вон я сам ставлю. Поставился. А, мою штангу. Был, чтоб ты пизданоком навалял. О, камни. Большая локация, конечно. Вроде первый этаж, он не должен быть таким большим.
как и все другие тоже. А, ты это обратно говори. Я ему говорю, если вы не смотрите. Нахуй так сделал. Да что мне одна сущность попадает? Ты что, до сих пор 50-й? Мне там осталось 20. Кто-то там табличку с, с пельменями нашел? Да. Что там, вот там что-то писали, да, я вот не прочел. Не, там ничего не было, там именно доп квест был. А, надо было забрать? Ну там надо было, да, забрать ящик с доп квеста. Камни. Не, ну мне пики больше нравятся, на самом деле. Ох, ох. Не ушли. Вроде бы это... Мощный. О-о-о. Вот и камень самый опасный. Вот и все. Блин, сам тоже до шляпа падает. Да уже шляпа падает. В округе рыщет мутировавший элитный рыцарь. И где же они? Где? Блин, мы к миссии идем. Там еще то самое. О, босс. Там еще внизу не обследовали ни хрена. Эй, что за корнеплод стопал, как происходит-то? Что, готов я все? О, что-то выпало. Третья вещь. Нет, туда, наверное, не надо идти. Там же миссия. Во! Смотри, забаговался чел. Туда-сюда двигался. Миссия это. Миссия все, наверху теперь. А, там куда нам надо опять идти? Да. Ну пройдем по кругу, наверное, пройдемся. Я думаю, что нас вниз отправят. Да тут на центре большой, наверное. Здоровый карта, пипец. Офигенно же. Ну, относительно. Лучше много маленьких карт, чем одна большая. А тебе большие не нравятся? Долго ходить, блядь. Ну, тебе там большие нравятся, блядь, наверное. Не надо такие карты, да, дурацкие вопросы задавать. Это слишком, это моя это слишком сексуально, блядь. Да не, это не надо в мою сторону этого делать. Моя работа, блядь. Делайте вам неприятности. О чем встанете, да, сразу. О, вот хуй, ты заморозил меня, табло. Ну, не тебе одного. Ну, всех разнес. Что за... Блин, мыши? Да. Это мыши вокруг меня летают. Там еще вверху а что-то было, нет? Не-не-не, мы оттуда пришли. Нет, зона не исследована наверху. Карта огромная. Камни. Ой. Не надо, может договоримся. Дать, может договоримся. Что ты где там? Я понял, ты не хочешь договориться, но я понял. Ты, про как с кем-то разговариваешь-то, блядь? Да меня тут один мини-босс долбит, оказывается. Опять вниз куда-то ушел. Тут еще столько неизведанных мест. А ты вниз да, ушел. Да, теперь мне нравится с ним. О, у меня тоже мини-босс. А, может, нет. Я уничтожитель живности, а все стало левела, понятного. Ну, разошлась. Живность отсюда. Да, пацаны. Easier.
на живность. Опа. Не знаю, куда-то. Господи, мне так телефон отрывает. Блять, не по... Сука. Я ж охуел, посох оранжевый выпал. Сука. Так, ну-ка. Дай на галаки, урон заклинания 200. Да, он двуручный, блядь. Ледник сделал первый вздох до того, как зло восторжествовало. Покой ледников был под надежной охраной. Чё, ну-ка, сейчас давайте испытаем этот галаху. Урон на 6000 упал. А, ну он заклинание поднимает. Ну попробуем. А чё так... Хэн прыгает. А чё так этот... медленно... Говнопосок. Ну-ка, иди сюда, рыцарь. 4К магии. Нормально. Блин, а можно совместить-то? Да. Нет, я хочу обратно свой. Истребитель живности 16 уровня. Топоры хочу обратно свой. И откис. Вместо топор. Ну да, у меня что-то на магию стоит. Что-то, короче, на это. На физ. Чё? А что-то на физ, да? Ну, на оружие, да. На физическое. На юрлицо не получилось, на физическое сделал. Так, я ж тут был, почему тут много? Тут карта открыта. А, все, мы открыли карту на сотку, походу. Не. Что-то да, где-то. Карта открыта, а мобы живые. О, удача. Ты пропустил удачу? Не знаю, может быть, наверное. Да ёпта, разморозь ты меня, ублюдки. Да тут толпа камней льбанул, так напала на меня, вот всё. Разморозились. Причем я говорю, тут локация-то открыта вот по карте. А мобы есть. О, я жгу камни. Я практически тоже на сутку её открыл. Сейчас пробегусь, открою ее уже до конца. Так оно обоих открывается, нет? Все. Нет, нет. А комиссия где-то, бля, как-то попасть-то. А, стой туда. Я там уже был, там нет прохода. Понял. Блять, какой же ты шустрый, а? Я-то? А? Это я сейчас... А, я зелье припил, все нормально тогда. Я думаю, чуть такой быстрый. Зельями балуешься, да. Телепортацией, блядь, еще балуюсь. А ты шелунишка. Так, сила воли. Блин, пол бы меч какой-нибудь или топорик прикольный. Зачем здесь двуручная только? Либо щит, либо двуручка какая-то. Я на пол. Тику-тику. Да, все, ну, я ему Навального сделал, и выпали еще ляные движухи какие-то. Ляные перчатки, либо какие-то. Шелковый, так. Да, нет, это не то. Подожди, чё льняное это выпало, мне не понимаю. Нагрудники какие-то тут. Перчатки. Скорее ботинки, наверное. Лилатные было написано. Да я не знаю, короче. Я столько золота с собой, что я уже не знаю, что мне выпало. Да вообще должно быть восклицательным знаком. Быть. А, будет. Так, надо квест уже идти. Мы уже сегодня. Так я иду вот по центру мысли вот так. Я зачищаю карту как бы от таких, как они. О, красный ходит там. Там наверху босс, понимаешь? А ты говоришь, надо идти. Ой, это засада! Помоги! Ой, ну ничего не может без меня сделать, а? Ну иди, разберусь.
все, кольцо. А, это шлем. Но все равно золотое. Did you see that? Видите? Здесь находится королевская стража Ульдена. Если продвинемся дальше, то наверняка узнаем что-нибудь о моем отце. До сих пор помню нашу первую встречу. Это был самый счастливый день в моей жизни. Отец, только бы ты был жив. Только бы ты был жив. Вот, блин, вот я смотрю просто, я такой прочитал и дальше побежал. Я обычно так в соло проходил игры. Ты бы хотя бы со мной постоял бы, подождал, пока прочитаю, блядь. Он хуяк искузанул, блядь. Вот опиздюлять типа, все, пошел дальше. Наваливайте ему, пацаны, он, блядь, предатель. Я пошел, блядь. Я вам помогу, давай. Ничего ну-ка. Такого? На, блядь, умри. Съебался, блядь. Это нихуя нечестно. Ничего подобного? Ничего нечестного, блядь. Это неправда. Бля, крепкие ребята. Это ты? Ой, это не ты. Да, бля, там ты хотел стрелы, которые с неба падают. Я думал, это твоя движуха. Оказалось, это эти темные пометы. О, сейчас завалю. Да, ёпта. Отвалям бы. У меня даже таких стрел нету, если что. Ну, ты же хотел. Значит, твои. Я их даже не получил. Бля, почему так больно? Ох ты, сука, это все стрелы ебучие, походу. Почему так больно? Потому что ты где-то бегаешь, блядь, забавно. Где-то лазишь, алло. Я вниз пошел, он пошел, бля, в бок. Поэтому не наваливают, потому что я без напарника гуляю на уровне. Только сложности, где напарник присутствует, понимаешь, блядь? Усложняешь мне жизнь, блядь, только. Там ничего, кстати, не было. Вниз, вниз пошли, там, мне кажется, туда надо. Что-то хилка дерьмово работает. Ну да, ну ты как хотел. Хотел хорошо. Я получил как всегда, да? Ну, достоин большего. Там заболевай стрелами ебашит. Кинжал Зари. Нахер мне кинжалы ваши? Два кинжала возьму, будет шаманить. Кинжальную магию. Крепкие камни. Да не такие уж и крепкие под ядом. Ну на, иди разбери, не надо, сам разберусь. Вот это. Так. Камни. Я пулемет. А толку-то? Если холостыми стреляешь, блядь. Кстати, макеты самые безобидные. Залба такой себе домой. Ай, больно. Ебашь лучников, ты же у нас стрелок, вот хуя лук и... Опять ушел не туда, у меня тут сладко. Вот был бы у меня лук. Да блин, а где у тебя лук только? Был лук. Уже всплыл. Вот правильно, он же деревянный. А то просто на меня, я с этими воинами разбираюсь, с крупногабаритными. А ты лукари вали. Вот если бы можно было бы как-то их, как сказать, акцентировать на этом, тогда бы да, тут лопнул. Не, ну те, кто стреляют, типа маги там. Потому что пока я до них добегу, они меня поднакиляют. Вот с толпой доверь мне разбираться. А вот эти вот шлюхи, блядь, огнестрельные. Как бы должны умереть прежде, чем достигнет стрела моего сердца. Так,
Я вот там чуть-чуть иногда не достаю до них. Вот тут кучи. Вот, сука, я скользнул среди. Когда толпой они, блядь, меня стреляют, вот ты говно. Ой, ты тоже дал, да? Да. Вот тут все предательская твоя натура. Ой, тут, блядь, карма сработала. Наверху моба. Какой-нибудь огненный шар пизданильник, я не знаю. Ты же у нас маг. Кто ты воин? Пойму никак. Я тут с мини-боссом дрался. Блин, я в одного тащил эту самую, как ее звали-то. Рахильда. Забыл. Как это? Такая Рахильда? Да я забыл. Как ее там зовут-то, короче, вот эта богиня, которую мы валили, когда-то отвалился, а я в одиночку уже. Рональдо, Рахиль, я, блядь, как зовут. Забыл уже. Самая первая босяра. Нет, там первая босяра другая была. Да баба корень, блядь, ебаный. Все, понял. Ты че, у меня ж память этот, рыбка 3 секунды. Рыба больше помнит. Это какая-то неправильная рыбка. Какая рыбка? Неправильная, блядь. Какая. О, лучше тут. Ты пишешь меня подло. У меня нет защиты от стрел, что ли, типа? Либо она очень ничтожная. А мы зеленое задание сменили. На желтое пошли. А потому что желтое ближе, чем зеленое. Странная движуха. Так, ежи. Они плюют. Так, лучше убийственной силы какой-то. Я просто буду телепортироваться прям к лучникам и наваливать. Ой, золотой рыцарь! На! Отражение! Только отразил мою смертельную атаку. Но не мою магию. Там нет. Тут сундук. Куда ты пошел? У тебя действительно маленький экран, да. Потому что ты не видишь сундуку перед собой просто. Да, не вижу. Что, не сказал сундук. Ты что, там босса валишь? Ёпта! Даже не сказал мне, ни хера пошел на босса, блядь. Я-то откуда знал, что это босс? В смысле? Ну ты карту смотришь. В очередной раз хотел забрать... Да, смотри, он и забрал, блядь. Золото не упал никак. Ну это твоя удача. Не, никак не упал, да. Почему я один тут бегаю? Ой, что наваляют. Ой, наваляют, помогите. А чё, это ты чё, без моего штыка, потому что бегаешь. Да ты там что-то делаешь без меня, блядь, бегаешь. О, горячо. Эти маги, лучники, издалека они, блядь, от толпы на тебя наседают, вот это жопа. Как бы с рыцарями это no problem. Ну, я знаю. И поэтому, как ты можешь знать это, отпускать ни одного в бой, блядь? Ну я же как-то с ними справляюсь. Это твои проблемы. О, потерянное кольцо какое-то. Потеряло. Не придумал шутки. А все зеленое выпадет. Ой, дядь, там босс. Следующий босс, походу, у нас. Да. Поговорить с археологом. А, ну там кто-то есть. Да это не босс, так. Пацан судится. Да, я что про него говорю. Воу. Тихо. Чуть не убил. Нет, да босс нам еще далеко. Ты че? Прошли две локации всего, ёпта. За почти за час. Порталы видны в карте. Я не вижу. Это не портал, это чел. Так, сейчас побазарим надо. Вот это да, где вы нашли это сокровище, руноискатель? Какое счастье, такое ощущение, будто я держу в руках целый мир. Спасибо вам.
Нет, и все. Как отправляется? Да. Ох, пока отправляется. Портал. Пойду открою. Мало ли ты сдохнешь. Я? Да не. Ты прям попал мне, не обо мне. Как показала практика. Ну как показала практика, это не особо помогает. Ой, тут золотой сундук, вот понял? Ты только в жизни теряешь, понимаешь? Потому что ходишь без меня. А ты подойди ко мне. А ты подойди ко мне. Взял сундук. Да, да, подойди. И там два золотых сундука. О, что-то золотой на 14 процентов. Получился золотой. Привел какой-то, блядь, бомжатник какой-то, блядь, ко мне. О, вот такие пацаны, там мой сундук обошел, блядь. Кстати, нахрена привел, что сидит меня. Зато. Смотри, сколько я народу тебе. Ой, блядь. А с них ни хрена не дропнулось. Нормально. Эч. Так, портал открыть. Открыл. Ко мне. Ооо, херный театр. Может, не надо, дядя. Может, не надо. Там наверху еще. Но это нам, наверное, потом туда надо будет. Бой размножения. Ну, у меня все откачано, я готов идти. Опиздюливаться. Что это такое? Предмет огненной сферы из бездны. А, нет, это прислужник, который поможет мне бегать. Приглушенный крик, скорость восстановления при зарядке. Что он делает-то? Крик. Можно призвать прислужник. Наука яд. Че, идем? Нет. Че? Секунду. Надо сделать. Че, чего ты, блин? Надо сделать себя чуть-чуть мощнее. Иначе пизделимся. Вот, 30к урона в секунду, это довольно неплохо. Все, я стал чуть-чуть сильнее. Погнали. Кто тут у нас? Паудин Одинсон. Махаться будешь? Пока катсцены смотрю, он мочит боссов. Господи, блядь. Да хоть какой-то урон нанес. Какой-то ты не наносишь ему вообще урон? Кто он был? О! А чё, сами кидать? Всё, что у меня нормально урон наносит, а не стена отката. Он что-то делает. Тот ледяного пса запустил. Ай, свалил, куда свалил? Он подмерзает чуть-чуть. Ха-ха, кис. Ледяные псы. Остолбенел. Да хорена заморозил. Ой, больно. Правда что ли? Заморозка, стой там, где стоишь. Отлично.
Вообще срать на его собак. Ты задрал телепортацией пользоваться, только я так могу. Я на чуть-чуть остался. А это оскверненный король Ульдан, я только сейчас понял, он что за рыцарь. Сыпаться думал, да-да-да. Не, уходи! Молодец. Ой, сдох, сдох, сдох. На, гасанина. Произошла просто. Ни хрена себе, какой бородатый дед. Father? Отец? Oh, no. О, нет. What happened to you? Что с тобой случилось? Я так мечтал увидеть тебя. Longed for the day to see you again. Ну, увидел же. О, нагрудник стальной. Спасибо, батец. Подзорная трубка короля какая-то. Коэффициент попадания получше, броня получше. Так, УЗ. 10% от сотки просто. Блин, я не установил УЗ. Давайте попробуем это. А получше. Да, чуть-чуть получше. Прикольно. А что, бинокль? Сообщение от Флавины. Король Ульдан любил смотреть подзорную трубу. Он обучил пользоваться устройством и меня, время от времени позволяет заглянуть за горизонт. Думал ли он, что все закончится не так, когда он усыновил меня после той судьбанной встречи на охоте? Быть может, в том-то, что произошло в Три, есть и Майами. Если бы я старался усерднее, все могло закончиться иначе. Ой, начались... А, Фавин стоит. Можно я побуду в одиночестве? Все это из-за Сальвиса. Я никогда ему этого не прощу. Я вас догоню. Прошу вас, идите вперед. Спасибо. О, 52-й, здравствуйте. Призрак 3. Так, теперь надо наверх нам, нет? Да, надо смотреть. Так, куда? Получить. А, он все сразу получает, отлично. Ну да, еще осталось, в принципе, три локации пройти. Я думаю, сейчас вот дойдем. Осталось чуть-чуть, и все. И у нас и первый эпизод. Портал истории. Портал есть. Собственно, один хрен наверх перец. Ну сейчас мы дойдем до конца, пока вы есть времечко. А как ты пробежал? Ты просто пробежал мимо камней? Камней. Каких? Ну ты же наверху. Вот тут еще мобы. Как там оказался-то? Они за мной не пошли, что ли? Нет, они устали. А ты что, стоял, сдал их? Нет, я просто собрал хорошую кучку рядом с собой и отметелил сразу с маленьким боссом. Тоже кучку собору, могу еще смотреть. Оп-оп-оп, все, ухожу, ухожу. Питер упал. Бля, сколько шмотер. Это было больно. Ушили. Мастерство. Что дает мастерство, непонятно. Да, тут есть некоторые непонятные. О, босс, ты там где? А, ты вот тут босса валил? Без меня опять. Ты, блядь, за человек вообще, пиздец. Мне просто так Мне везет, просто скучно, бля. Ну, я, когда я видел босса, бля, я тебе говорю, давай я тебя жду, типа, там, иди сюда. А вот просто... Но... Вот, знаешь, ну, я тебя... окей, я так же буду делать, просто. У тебя глаза больше видят, чем мои. В разы, да. Не, ну все равно ты же видишь круг, блядь, значит, это не просто чел.
А потом бьешь не того, и там, блядь, бегает мусоров. Олей ты. Лучники ушлепки. Заявляют официально, блядь, лучники ушлепки. Че, все, идем дальше? Нельзя. Там телепорт стопудовый нету. Посмотрим, может. Ну если будет рядом с дверью. Нет, его нет. А может тут же. А, ну он и так засейвился. Так что созвездие, ладно, это все потом скачаю. Давай закругляться. О, спасибо всем, кто смотрел. Лайкосик, кстати, не забываем подписаться на канал туда-сюда, там Nightfire тоже надо вставить. Или там уже стоит. Я не знаю. В описании, короче, чекайте. Вот, соответственно. Дальше уже в следующем выпуске, собственно, допройдем. Осталось буквально вот три локации. Включая боссовую, потому что там надо полностью, по-моему, бегать, если я не ошибаюсь. Ну да, судя по процентам, там тоже надо дойти до босса самого. Поэтому, ну вот, три локации в день, в принципе, это наш предел. Как-то так. Не знаю, ты что там прыгаешь, что это такое было? Скиллуха твоя новая. Маг-попрыгун, блядь. И ушел под землю, блядь. Потом, Саня, помоги, тащи веревку, блядь. В общем... Не-не. Что, давай... Я, знаешь, я буду вот так вот прыгать сразу в толпу мобов. Стрим, спаси! Но тебе, чтобы еще так впрыгивать, тебе надо тут прокачать урончик. А тут он что-то их просто... Ну, прыгнуло что-то после того. В общем, ладно, давайте, да, заканчивать. Спасибо туда-сюда, тут 5-10, вот, не подписаться, и так далее, все. Это был Stream Time, Nightfire и Undecember. Вот, до скорого летсплея. Всем пока-пока.